актриса Виктория Романенко, сыгравшая роль дочери Сталина в грандиозном фильме «Светлана», честно признается, что с ней сложно ужиться, но если немного потерпеть, то дальше точно будет любовь. А еще кинозвезда верит в первое впечатление, ведь то, что Артур Ваха, ее будущий муж, Виктория поняла с первого взгляда. Привлекательная и харизматичная артистка с ямочками на щеках и смеющимися глазами не была обделена мужским вниманием. Ну а о ее партнерах практически ничего не известно. Первым официальным мужем Виктории стал музыкант-виолончелист Борис Адрианов, который был на 12 лет старше артистки. Брак просуществовал недолго, даже рождение в 2015-м сына Петра не спасло пару от расставания. Экс-супруги расстались цивилизованно. Бывший муж актрисы продолжает занимать одно из центральных мест жизни их сына Петя. Осенью 2018-го Романенко вновь стала мамой. Ее младший сын получил имя Иван. А вот с папой малыша актриса, судя по всему, состоит в гражданских отношениях. Нынешний избранник Виктории – артист театра и кино Артур Ваха. Пара познакомилась в северной столице на гастролях театра «Современник». Сложилось так, что после первой встречи актеры не обменялись контактами и довольно долго не встречались, помогли общие знакомые. А потом Артур пришел на спектакль «Амстердам» и, увидев адские танцы Вики на сцене, потерял голову. Романенко младше возлюблено на 24 года. Однако этот факт ничуть не смущает Викторию и Артура. Чита уже давно проживает под одной крышей и планирует узаконить свои отношения. Большую часть времени актеры с детьми живут в Питере, но профессиональная деятельность Виктории все же связана со столицей. До встречи с Викой Артур слыл заядлым холостяком и ничего менять в своей жизни не собирался. К тому же от первого брака актер уже имеет дочь. Юная чаровница Романенко вторглась в его жизнь и, разрушив все убеждения, стала ее важной частью. Младший сын Виктории – полная копия своего знаменитого отца. Актриса называет Артура и Ваню два сапога пара. Сыновья актрисы, ее радость и гордость, Петр и Иван отлично ладят между собой. Родители всегда умиляются, заставая братьев за совместным времяпрепровождением. Воспитывая сыновей, знаменитые родители ни в коем случае не зацикливаются на собственных хотелках. Главное – комфорт и интересы детей. Виктория также нашла общий язык и с дочерью своего мужа Мэри. Девушка тоже актриса, поэтому двум любимым женщинам Вахи есть о чем поговорить. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.